Да нет еще? Хорошо. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Копайлот доказывает, что да, пока нету. Поэтому мы добираем в облаке и будем сейчас выходить, чтобы порадовать вас красивыми картинками. Вот уже подхватывает руль высоты стола. Значит, уже пора выходить. Смотрите, как это выглядит. Опа! И смотрите, вдоль какой красоты мы тут бегачим. Опа! Кто заказывал полеты вдоль облаков? У меня есть поклонники, которые говорят: Волков, но почему ты больше не снимаешь полеты вдоль облачности? И сегодня заключительный день. Сегодня заключительный день африканских приключений. Поэтому мы решили, как Андрюха, немножечко пошалить. Да! Скорость! Йеху! Йеху! Скорость! Пикируем! Смотри, какие мы скрипнички, а? Вот это юху плеча! Прыгаем через верхушку! Ага! А теперь смотри, ныряем! А над нами-то гроза! Даю нас 5000 метров! Да, если что, 5000... Вы что, петлю над облаком? Пробуем? Давай! Так, сейчас я найду, где тут спокойнее будет. Вот здесь, все вроде как. Сейчас мы возьмем сюда, чтобы тоже не заиграться. Ну, смотрите. Поехали! Ну что, еще разочек? Да, давай через облако прям. Вот так вот попробуем размотаться. Поехали? Готов? Крутяк! Да, ну вот такой вот восторг. Ну, уважаемые любители планерного спорта, мне кажется, это просто феерично. Да, Андрюха? Это не отдельный восторг! Это да. Давай крайнюю петельку. Чтобы для масштаба, наверное, крылышко обледеневшее покажу. Поехали. Готов? Опа! Слушайте, знаете, что у нас на карте? Какой-то карта нарисовала полная таз и полный рок-н-ролл. Андрюха, ты как? Вообще огонь! Огонь? Да! Всем привет! Спасибо, я кончил! Ну вот так, глубоко уважаемые любители планерного спорта, резвятся планеристы в крайне нелегкий день. Вот, посмотрите, под чем резвились. Вот оно. Так, лед растаял, да, и лед растаял заодно, пока петли крутили. Ну вот так вот. Эй! Всего вам доброго, глубоко уважаемые любители планерного спорта. До новых веселых встреч!